Григорій, здрасте. Здрасте. Мы, я тебе говорил, помнишь, рассказывал за эту коробочку? Ты говорил, говно коробка. Говорун говорил. О, и шо? Сейчас попробуем. А? Шо хочешь сказать? Эту коробку мне посоветовали очень ответственные люди. Матюкаться можно, я запикаю. Запикаешь? Как она лопнет, тогда ты запикаешь. Не-а. Вот давай сделаем батл. Не батл, а спор. На шо? Выдержит. На шо? На балансир. На балансир. Артур, перебивай. Давай. Ага. Ач. Итак, друзья, сейчас мы проведем один экспериментик. Коробку будем переезжать машиной. Я говорю, что коробка выдержит. Коробку я долго искал, и мне сказали, что лучшей коробки, так, нежели это, вот под воблера. Вот так. Ну давай вот так. Так? Да, давай так. Не жалко тут будет крышки сносить? Жалко, не жалко. Жалко у пчелки. А ну стой. А ну давай, Артур. На руку наезжай, желательно. Ну что, друзья, коробка установленная. Сейчас мы будем смотреть, выдержит она или не выдержит. И Григорий будет нам должен балансир. Потому как я думаю, что эта коробка выдержит. Давай. Она из лучших. Давай, Арчи. Стоп. Ну что, Григорий, открывай. Где мой воблер? Где мой балансир? А что, я понял. А ну дай. Не, не так. Да. Дай. Целая? Целая, целюхенькая. Она замазана. Замазана, да? Давай, сразу же. Давай, давай, доставай, доставай. Проиграл. Целая, да? Целая, целехенькая, Артурио. Нихера, а ну? Да? Да, да, я снимаю. А ну? Знаешь, что? Куда засунь этого балансира? Не, давай, не гони. Ну, нормально. О! Есть, братва, выиграли спор. Короче, что хочу сказать по поводу данной коробки. Это одна из лучших коробок для воблеров, для ратлинов, по зимней рыбалке, по твичингу. Коробка вообще огонь. Бросаешь, не бьется, переезжаешь машиной, встаешь. А ну дай. Смотри. Встал, можно покрутиться на ней. Ну то есть коробки абсолютно, абсолютно по барабану. Прыгаешь, скакаешь. Вообще офигительная коробка. Всего-навсего что-то в районе 160 гривен. Ну, реально. Херни вам показывать не буду. Коробка достойная. Все, друзья. Кому интересно, ссылку скину машина под видео. Машина с полным баком бензина была. А? Машина с полным баком бензина. Да. Ну, а теперь мы валим на лед. Потому как щуки нас ждут. Сегодня открытие. Поехали.